Не-не, все нормально будет. Не знаю, что делать. Дамская зверская поликлиника. Железные кровати. Что, нашел все, что... Нашел вообще. Вот такой массажный кабинет в лицензированной вьетнамской поликлинике. Я не уверена, что вы сюда дойдете когда-либо. А если дойдете, не уверена, что вам здесь понравится. Вот такие балкончики. Вот такой пейзаж из окна. Такой вот. Да, вот, собственно говоря, государственное учреждение, государственная поликлиника. В ней работает доктор Тхань. Катя, ты там живая? Относительно? Проблема, он нашел, да. Хом Дулик. Хай намо ня чан. Хай намо ня чан, Рой. Той, бам. Вот такая поликлиника. Пойду погуляю по коридорам, покажу вам, что это такое. Как выглядит обычная вьетнамская поликлиника. Никаких лифтов тут нету. Вот, вот так выглядят массажные кабинеты. Это, да, обычный массажный кабинет. Вот такой. ВОЗ, учреждение. Это вам, здесь вам не тут. Это нам не шутки. Пойдем на третий этаж. Вот. Сюда приходят люди лечить спинные проблемы. Куда ходят сами вьетнамцы? В такие места ходят вьетнамцы.